Так, аккордеон Волкмастер Сеперато, стандарт, размер 7 восьмых, имеет, значит, 5 регистров, все отлично переключаются, 7 восьмых, значит, проверяем каждую клавишу на каждом регистре. Фагот вообще отвечает отлично, без всяких напряжений. Так, очень звонкий, аж уши глушит. Так, здесь проверили. Здесь три регистра, все тоже отлично переключаются. Основной, центральный, проверяем. Аккордеоны звонкие, а есть вот такие, звук такой приглушенный. Ну вот, у этого звонкий, он звонкий, мелодичный. Так, что-нибудь попробуем сыграть. Thank you.
сейчас я тоже мелодию сыграю на регистре, где все голоса открыты. Он здесь трехголосый. Вот все три голоса. Очень звонкий. Сыграем. Ученический регистр проверим, там гамму, еще какое упражнение сыграем.
инструмент. Компрессия здесь отличная. Сейчас проверим. Вот, возьму это за правый полукорпус. Кнопочка спуска воздуха. Здесь меха вот нажимаю. Есть. Так. Поднял. Компрессия отличная под своим мехом. О, под своим весом. Не держу ничего. Вообще практически не уходит. Вот. Вот такой вот звонкий мелодичный инструмент. Сепарата стандарт Altmaster. 7/8. Сзади имеется такие наклеечки Made in Germania и наклейка первый сорт. Фотография там будет в объявлении. Ремни в хорошем состоянии, еще будут служить. Что левый, что правый колесик ремня левого работает. Все переключается, ничего не западает. Клавиатура очень приятная по нажатию. Амплитуда хорошая. Приятно прямо. Мягкая. Ну, не мягкая, не жесткая, средняя такая. И амплитуда нажатия очень приятная. Легко играется. Вот, если понравилось, приезжайте, смотрите.